Добрый вечер, уважаемые гости и сотрудники Сакского военного клинического санатория имени Николая Ивановича Пирогова. Сегодня в нашем санатории большое событие. Мы сегодня открываем светодинамический фонтан с 3D-лазерным шоу под названием «Имени дружбы народов». Это большое событие, потому что этот фонтан мы будем использовать для световой гидроэстетопсихотерапии. Дело в том, что гармония воды, света и музыки создает благотворное влияние на людей. В наш санаторий приезжают люди из 60 стран мира. И мы хотим, чтобы они по всему миру везли ту частичку тепла, добра, уюта, который создают наши сотрудники. Открытие этого фонтана мы приурочили к 5-летней годовщине воссоединения Крыма и России. И, уважаемые гости и сотрудники, разрешите дать команду ответственному исполнителю проекта светодинамического фонтана с 3D-лазерным шоу. Фонтан включить! Live forever. I just wanna live a life.
по 200 грамм взрывчатки.